29 марта в Ульяновском областном дворце творчества детей и молодежи открылся 7-й региональный географический фестиваль «Фрегат Паллада». В течение 4 дней здесь будут работать около 40 интерактивных площадок. Участники смогут прослушать лекции, принять участие в викторинах и конкурсах, поучаствовать в мастер-классах. Традиционно на первом этаже расположилась ресторанная зона «Кухня народов мира». В первый день гости узнали от лучших поваров города, как готовить блюда русской, татарской, грузинской, чешской и итальянской кухни. Желающие смогли их продегустировать. Настоящим сюрпризом для детей стала новая площадка «Зона выживания», где легендарный путешественник Анатолий Хижняк обучал всех стрельбе из лука и первой медицинской помощи в экстремальных условиях. Не менее познавательной оказалась выставка вещей, которые привез Анатолий Хижняк из своих путешествий. Один из последних экспонатов, которые пополнили экспозицию – настоящее приворотное зелье. Удивила выставка масок народов мира. Коллекция представляет собой собрание более 100 антикварных масок из Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии, России. Многие из них были неотъемлемой частью обрядов в древних религиях. Зона палеонтологических и археологических раскопок Ульяновской области всегда привлекает детей. Они с огромным энтузиазмом и интересом пытаются отыскать в песке древние предметы и кости. Все площадки будут работать ежедневно с 10 утра до 4 дня. Вход бесплатный. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.